Сегодня у нас был дождь, поэтому лужи вот остались в трех местах здесь. Тут нормально, луж нету. Я тут уже делал сливы, но их, походу, делал мало. Вот два слива тут у меня есть. Сейчас буду еще делать вон там слив. Вот тут как-нибудь получше сделаю. И вот здесь. Ну вот, пока вот так вот сел мой шуруповерт. Потихоньку утекает вода. Алло. Алло. Что, уже вышло? А? Да. А зайдешь там в магазин? Какой? Ну, не знаю, где-нибудь ряженку купить там, что-нибудь такое, подешевле. Ну, зайди, подешевле там что-нибудь по акции. Что, что сказали там тебе? Розовый лишай? Да. Ага. И что это? Ну, да, он может возникнуть типа после, ну, либо, ну, что-то аллергическое, короче, либо после простуды, обычно ему горло попадет, да, либо какой-то стресс. Вот. Я говорю, мне раньше такого не было. Но вот все бывает, вот появляется, и может потом появляться. Потом, заразный? Нет. Результаты поиска. Ну ладно. Это страшно, но как бы неприятно ходить. Ну ладно. Ну давай, ждем. Потом рекомендация лечения. В Дикси забежишь, может? А что там? Энергетик взять. Какой? Драйв новый. Ну, который лаванданом. Давай, на карте 400, если что. Пока. Чё ты, Лёх? Тебе новые игры, Лёх, скачать? Не надо. Не надо новые игры? Ты скачал сколько здесь? Много скачал, да, уже? А то с Марией можем установить новые. Не думаю, нельзя, ба. Нельзя? Ну ладно. А там, ба, найди что-нибудь, ба. Что найти? Говорю, что нельзя. Хорошо, что? Да, говори, иди, посмотри. Не пускай тебя. А, это не запускается, да, надо удалить ее, Лёха, тебе. Где она там у тебя? Все, удалил. И тут какой-то. Ничего за игра. Сейчас завозят тут. А, это GTA. Что-то... Так, вот у нас в домике теперь спит, да? Что там? Ну, я по таблетке прописала, я говорю, есть капли. Можно капли? 20 капель. Сколько раз делать? Даже Лёха уже их не занимает. Ну, чесаться, почувствовать теперь. Зиртек. 20 капель. Ну, получается 20 капель в день. А вот от этого, вот этого. А, еще гель для душа, циновид. А здесь какой-то раствор, либо гель. 1-2 раза в день вот эти вот вообще мазать. 14 дней или 14 дней, 1 месяц, теперь 1 месяц. Ух ты, да и постоянно, вообще, вообще без конца просто. Так, вот наше окно тонированное. Вот такое. Снаружи нас не видно. А вот так оно должно быть, не знаю, видно здесь на камеру, вот тут щелка есть маленькая. Вот так бы было видно бы. Что надо? Открыто. Вот сторона не солнечная, солнце только утром.
Поэтому здесь так потемнее на кухне днем. Да, я заметил. Ну, потому что солнце, оно здесь утром. Как тут будут стоять цветы зимой? Почему они здесь стоят? Они будут стоять? А где будут стоять? Они сейчас никогда не стоят. Да? Мы их сюда поставили, потому что там окно делали. Там же широкий подоконник. Мы не от солнца здесь делали, а от другого. Если от солнца, то надо найти окна. А здесь от другого. Не видно ничего. Иди протестируй, хочешь? Иди ты протестируй, я не пойду на стол. Просто сейчас камеру будешь снимать и его. Я тебя поснимаю, как ты снимаешь отсюда. А ты скажешь, видно или не видно. Да, значит, у нас, по-моему. Так, мы идем легко мыться. Какие цопли. Ты где будешь побить? Попить сейчас, значит, у нас, по-моему. Закапывал. Тоже были утром. Ну, потому что он спит, не укрывается. Так я просыпаюсь, я укрываю. Я же не могу постоянно не спать. А я мокрый. Мокрый? Надо станички легко снимать, давай снимем станички, да? Да. Алло. А вы чё? Ну чё, я стою возле окна. Видишь меня? А я же не устал. Не устал, только вижу. А меня видишь? Нет. А если вот так? Нет? Дерево или устра. Не видно, да? Я вижу дерево. Или устра. Ну, значит, не видно. Я не знаю, не вижу. Не видишь, да? Ну ладно. Давай сейчас фонарик включу. Ну, видишь ты его? Вижу. А меня видишь? Вроде нет. Ну ладно. Ну давай тогда. В общем, протестировали мы окно, вроде как не видно. Бабушка отражается. Ну, что там? Чё? Не видно? Я не вижу, там видно, вот, люстра светит. И дерево отсвечивает. Листья деревьев. Не знаю, куст. Дерево, наверное, брать. Береза. Люстра видно и... Ну, как бы сверху остальное дерево-то подсвечивается. И это если закрыто. Если открыто, там еще и небо видно. Чё в саду? Ничего, нормально? Захватился. Там захватился укроп. Па и па купай. Смотри, это как это. Это цветок укроп такой. Его не надо есть.
Да, только угу. Да, да, только это. Попущенного яйца. Что за штаны? Штаны. Штаны это я покупал. Ну это я еды, па. Ну вот я и села. Так, заходим искать огурцы. Баба сказала ближе к пруду. Она сюда идти, Лёх. Больно, да? Царапает. Царапает? О! Давайте не будем ходить. Сейчас, подожди, тут посмотри тогда. О, тут есть огурцы, Лёх, иди сюда. О, тут есть огурцы. Видишь, огурцы растут? Па, она поспела? Вот тут еще, смотри, большие есть. О. Она поспела? Да, давай сорвемся, да? Уже кушать ее. Сейчас. Давай покушаем. Давай я покушаю. На. Папа, дай пока не поспела. Угу. Сейчас тебя вынуть хочешь. Лёх, вынуть тебя, да? Да. Давай. Ты что придумал? Да давай бабе, пока не могу. Еще один, Лёх. А еще? Сорвать тебя? Да. Но вот только вот такой, вот такой. Ой. Так. Давай бабе покажем. Да? Давай бабе покажем. На, иди покажи. Клубники. Да, Лёх, много у нас. Люси, бубик. Видео еще. Желаем вам приятного пути. Да, конечно. Но он оттуда его недавно. Давно здесь еще. Мой тут. Я же здесь на работу хожу, вижу. Да, я говорю, что он его открыл-то совсем недавно, а уже продает. Потому что никто к нему не база ездит. База данных подключена успешно. Да? Ну сегодня у них там вообще тишина. Никакого ремонта. Поблизости. Прогноз погоды. Облачная погода. Температура 19. Шкала Цельсия. Ну может после того случая вам написали вот это как типа, что там про машину видел? Собрание опять. 1 июля. Может его не было там? Не знаю. Утверждение. Организатор собрания квартиры 37.
37 это кто? У нас такой нету. А. В смысле? А, там что? Там, наверное, слева. Ну, пойдем. Так, мы сегодня поедем на шоу на памятник. Здравствуйте. Мама, купи его от машины. Так. Бабы не поедем? Поедем. Ну, сейчас она придет. Пусть пока откроем. Машин что-то и нету. Это я тоже не пойму. Как-то странно. Вроде ж как оно должно начаться в 8, да? Там стоит машина. Машина парковку не пускает? Нет, машины. Только на стоянке здесь. Ну, здесь надо ехать. Здесь уже все занято, да. Ты на стоянку-то не едь. Вот думаешь, туда искать. Да вот туда можешь. Он хочет здесь поставить. Можно и туда будет поставить. Дороги. Да, да, вон там же есть еще места. Вон, сюда вот, где перед черной машиной. Да вот, вот там вот, вот, вот. Вот где красный стоит, бля, баба. Где? Ну вон, вот а, туда. Вот там? Конечно, рядом с ними и сдавай, нахуй ты. Поближе подъедем и все. Тут же еще место до угла есть много. Останавливаться можно. Можно, думаешь? Сейчас пройдут эти, вот за ними так и едем. Пускай они пройдут тогда сначала. Ну, давай, пускай пройдут. Вон 799 номера. Москвы, КСПИ. Вот у него какая жилетка, видишь, блядь? Вот по белую маечку одел, вот я такую, а где такую купить, блядь? Вот сейчас бы, я бы тоже заместо вот этой нахуй одел вот такую, видишь, какая тоненькая она. И под белую футболочку с короткими рукавами. Вот здесь остановить, вот нормально. Так, чтобы выехать и тебе, и ей. Ну все. А кепку не взяли ему, да? Есть кепка, не нет? Будет ему жарко. Ну пока не надо. Просто с собой можешь взять или не надо. Жилетку ему одевай, здесь будет разборно. Ну не знаю, пока не надо ему. Не жилет. Надо. Не надо пока. Да он в кофточке какой-то. Она расстегнутая жилетка будет нормально, не будет ему. Ветер уже холодный, не будет. Одевай. Вообще-то ничего не слышно ничего. Ну, да. Уже не бегает, блядь, как ось. А где по дороге? Да, шоу еще сколько там лазерного? Еще дофига. А? Дофига. Грубо говоря, час. Высоко. Ну вообще до 22 это все. Блин. А сейчас 22, уже почти 9. 22.30 вообще-то. А, на 22.30? Темнеет только вон где-то в 10. Машин мало что-то. А на парковка забита все или нет? Ну забита, конечно, раз здесь стоят. Ну вот. Машины-то стоят все, блядь, да, дорогие, блядь. На 12 так никого и нет уже, да? Все не изменилось. Потому что там нет. Ага. Привода нет.
Ага. Да. Демонстрация. Сейчас мама сходит в туалет. Посмотри, пока машину куда. Угу. Ну, пойдем, Лёх. На шею? О, видишь какой. Сейчас. На камеру, мама. Дошли мы на машину еле-еле. Машин особо-то больше не стало за нами. Да? За нами же не было вроде машин. Ну тут немножко, видишь, стало. Вон после поворота уже нету. Вот у нас подают шашлык, чай, стрелочка вон туда. Фу. Блин, надо сделать. Ой, спина болит. Уже фонари горят. Только заметил? А? Только заметил? Только заметил? Что заметил? Что фонари горят. Да. Поедем на парковку поближе, что тут, когда будем уезжать, будет не развернуться, раз прямо ехать. Там дорога через весь город. Потом плохая будет в городе. Яма. Полиция? Ну ладно. Парковка, это еще будешь выезжать целый час. Вот сейчас тут на обочине. Смотришь, кто мне не заняли, Настя, не видишь, что там? Как я буду смотреть? Ты вон сейчас куда уедешь. Там уже ничего не видно. Можно налево сразу? Наверное, можно, да? Где-то вот и столба тут. А она и смелая, скажу. Вот тут вроде. Да, полиция. Вот и поближе будем, и будет хорошо сюда выезжать. Да? Мне понравилось.
Попозже. Вот сколько комаров много, смотри, тут. Угу. Слава, вот с этого летит. Что? Упал? Представляешь? Угу. Почему это идти? Зажрут, ты все уйдешь. Угу. Голодные. На камеру видно их, интересно. На тепло полетели, на машину. Ну какие, смотри, что это? Какие-то не комары, что-то другое. Мошки какие-то. Поклассно, все, папа. Не знаю, они так быстро двигаются, я не понимаю. Ну вот они сидят, смотри, на стекле. Вон, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я вижу, Лёх. Ну, да, это не комары. Уже вечер, машин уже очень много там. Так, мы сейчас идем смотреть шоу, наконец-таки. Вот смотри, вот этих летает. Штук. Сейчас пойдем к бабе, Лёх. Много комаров, да. Пойдем туда. Я тоже стегну. Ну, без машины пойдешь. Что там у тебя? Пойдем сюда, тут пойдем. Ну, мои много. Подожди. Скоро уже будет шоу, через минут 20. Германской до новой германской. Перелево туризма. Ашелонов, заводов, столиц. Степь. Заволжье и Закамье. Где морозов спиртовой. Эшелонную нашу болезнь. Он отходит в предание. Вагон. Ожидая надежного хата. Где папа? А что ты хочешь сказать? Что ты хочешь сказать?
Вот было только что. Что ж ты? Вот было шоу это. Это шоу, что ли? Да. А ты что думал? Я тоже думал, что будет вверху где-то. Я тоже думал. Может, все-таки будет? А? Может, все-таки будет? Не-не-не. Это было шоу лазерное. Концерт. Сейчас сваливаюсь. Народа много. Не, а тут пойдет. Еще пол кастрюли осталось. Начальник опять пошел. А? Начальник пошел опять. Ага. Зато вам на памятник ехать не надо. Он уже здесь. Ну, вот он, да. Ну, пойдемте. Вон люди по дороге идут. Что, там перекрыли, что ли, не пойму. Вот как сейчас со стоянки-то выезжать на рельс? Сейчас и здесь пробка будет. Сейчас не выехать. На дороге пробка тоже будет. А может, ты лучше поставил туда машину? Ну, я как знал, все поедут. Такое будет. И тут развернуться, пройдет вовью туда. И туда тоже не проехать люди из Москвы, по дороге. Это хорошо, что я там встал. А как они по дороге идут, а машин как поедут? Ну вот, ты перекрыли, наверное. Чтоб люди прошли сначала. То здесь народу будет до утра на этих светофорах. Сейчас мы, может быть, выйдем спокойно. А? Я говорю, может быть, сейчас выйдем спокойно. Хотя люди, да, здесь идут. Потому что с парковки не выезжают. А? Оттуда не едут. Да, они стоят, спокойно. Менты не проедем. Дают ехать. Ну, если где-то у тебя там стоит, то надо выйти. Не, подальше, блин. Почти в том же месте, где и была, только на другой стороне. Не знаю,
Ну вот где-то вот перед этим перекрестком, по-моему, мы ставили, да? Ну, подальше мы ставили. Подальше. Ну вот сейчас спокойно выйдем. Машин пока не так много. Что они там садятся, нет? Где они там? Что, я потеряю, что ли? Бабу потеряю. Ой. Чё там? Чё? Чё там они? Где? Вон идут. А, они ещё не дошли? Где-то там. Сейчас пробка будет. Не уедем, не уедем, Лёх. Подождите меня, чтобы не уехал. Подождите. Подожди, Лёш, я тут еще тебя не пристегнула. Вроде можно выехать. Желаем вам приятного пути. Что там он? Хватит. Денис, Денис. Башка взорвется. Что ты там слышишь? Что, куда вы? Дом? А домой когда? Начинать что начинать? Ночевать. А, ночевать. Будете ночевать? Будем ночевать. А-а-а. Ладно. Не свечи. Я сетишку увидела. Здесь? Вот ну, принесите нам. Ну, сейчас принесем. Подожди, я еще не взял выйти.
Что ты там нашел? Сердечко где? Что-то валяется. А, это что, сердечко, да, какое-то? Да. Что, забираем твой велосипед? Угу. Ну, тогда пойдем за вещами. Давай. Бери велосипед. Сейчас. На камере у меня зума нету. Пойдем. Чего одна судьба? Алло. Че там? Машинку его надо и планшет. Че машинку? Машинку не забыть, планшет. Планшет? Какой планшет? Который здесь, в пакете. А, и зарядку для планшета возьмите сразу. Ладно?